Здравствуйте, уважаемые подписчики. На моем канале появилось несколько вопросов о том, как справиться с болью в поясничной области при беременности. И, соответственно, что мы можем посоветовать при боли в поясничной области беременным женщинам. Во-первых, это лечебная физкультура, которая направлена на то, чтобы укрепить мышцы поясничной области. Это контроль осанки. Это занятие в бассейне. Также мы можем рекомендовать легкий массаж. Также мы можем порекомендовать использование различных корсетов, бандажей, ортопедические подушки, ортопедические матрасы. Если все ранее сказанное неэффективно, не стоит заниматься самолечением, и вам нужно обязательно обратиться к врачу-неврологу. Всем спасибо, оставайтесь с нами и не забывайте задавать нам свои вопросы.